седьмом фестивале косплея и восточной культуры «Амишинай 2017. Герой во дворце». Рада видеть здесь людей из самых разных городов, а также выражаем благодарность тем организациям и людям, которые помогли нам в организации этого фестиваля. Слова большой благодарности и аплодисменты нашим постоянным партнерам. Итак, магазин настольных игр и подарков «МОС Игра Калуга». Рекламное агентство полного цикла «Айкидо Калуга». Лапшичная «Сытый дракон», город Калуга. Аниме-магазин и аниме-ярмарка «Аками Оренбург». И за постоянную информационную поддержку «Русаниме-фест». Это еще не все. А также мы благодарим тех, кто впервые поддержал нас в этом году. И это магазин Fox Figure, город Рязань, и лично Андрей Сташков. Спасибо за помощь. Сеть магазинов 1С Интерес. Мастерская Стальворкс и мастер по металлу Евгений Бауля. Центр тактических игр «Партизан» Калуга. Художественную студию «Арново», город Калуга. Хостел Калуга, Rocket Hostel. Угадайте, какой город? Конечно же, Калуга. Итак, мы объявляем наш фестиваль открытым. Бурные аплодисменты. Хорошая новость! У нас скоро свадьба! Дочь моя, ты выходишь замуж! Какое счастье нашему королевству! Боже мой, какое счастье! В смысле? Замуж выходит моя младшая сестра! В смысле? Подождите! По нашим правилам и законам первой замуж должна выйти старшая дочь. Я просто этого не понимаю. Мы такая семья. Много поколений, все в оригинале. И она, вот она. Мама, у меня для тебя хорошая новость. Я хочу быть замужем. Мы в курсе. Но по правилам нашего государства первой должна выйти старшая дочь. В смысле? Ну, не знаю. А какой у тебя жених? Богатый? Конечно. А благородного рода? Естественно. А он кореец? Безусловно. Тогда я тоже хочу себе богатого, высокого, сильного, благородного рода, чтоб любил. Ну или корейца. Значит, нам нужен герой. Пианист, это прекрасная идея. Итак, я повелеваю. Объявите на всю нашу империю и соседние государства. Мы объявляем поиск героев для старшей принцессы. Мне нужно время, чтобы все подготовить, поэтому вот вам караоке. Анжела Гравитация, Казбенд, My Team, Чиби, Чан, Брянск.